Привет, друзья, с вами Владимир Шемет. Нахожусь сейчас в Египте, непосредственно в Хургаде. И в этом видео мы разберемся с вами, какая же температура водички в бассейнах, друзья. Почему в бассейнах? Потому что это важный вопрос. Если вы приехали на отдых в Египет, а именно в Хургаду, то вы должны понимать, что Хургада — это достаточно ветреный такой вот регион, и, конечно же, очень важно и серьезно к этому вопросу отнестись еще до вашей поездки, еще перед выбором отеля, потому что когда дует ветер, чаще всего это все ощущается на пляже, и, конечно же, там на пляже находиться некомфортно. Да, у моря, в принципе, относительно может быть и комфортно, но на пляже будет некомфортно. А вот большинство отелей, друзья, как бы имеют территорию, которая так спроектирована, что на самой территории ветер практически не ощущается. Вот даже сейчас, как бы, на пляже у нас ветер, вот, и ветер чувствуется именно на окраине пляжа, то есть там, где заканчивается лагуна и к пляжу подходит открытое море. Но именно в этом отеле, в котором я сейчас нахожусь, это Mirage Bay Аквапарк, то есть у него есть лагуна, и в самой лагуне ветер не сильно ощущается. Но все-таки же, если вы едете зимой на отдых в Египет, вы должны понимать, что бассейны должны иметь подогрев. И почему это так, сейчас мы с вами с этим разберемся. Я вам сейчас покажу, какая температура водички в бассейне без подогрева. Без подогрева. И это конец ноября, а зимой это еще будет холоднее, намного холоднее. Поэтому, ребят, подписывайтесь на канал и погнали экспериментировать с температурой воды в бассейне. Итак, ребят, смотрите, значит, сейчас на термометре показывает 28 градусов, это температура воздуха. Температура воздуха, которая сейчас в Египте. Сейчас ноябрь месяц, и мы находимся в Хургаде. Давайте опускать термометр, водичку, и посмотрим, сколько же она покажет градусов. Водичка в бассейне, без подогрева. Так, давайте время посмотрим. 15 часов 22 минуты. Итак, пускай пока что термометр плавает, вот он перед вашими экранами, и я вам расскажу некоторую полезную информацию, о которой вы должны понимать, знать, и даже на некоторые вопросы отвечу в этой части видео, пока производится замер температуры в неподогреваемом бассейне. Значит, я думаю, что минутки 4-5-6 достаточно будет для того, чтобы термометр набрал температуру водички, вот, и показал, какая же температура воды в неподогреваемом бассейне. А поговорим мы с вами, почему я нахожусь сейчас именно в Хургаде, а не в Шарм-эль-Шейхе. Значит, ребят, когда стал вопрос вести детей на отдых в Египет, то есть стал вопрос финансовый. Как бы в этом году я отъездил, ну, очень много раз по загранице, то есть я отснял много интересных материалов полезных для вас. Вот супруга ездила, и дети были у нас в этом году за границей, отдыхали, все, конечно, хорошо в Турции. Но стал вопрос еще раз возить детей поплавать в море, развлечься, покататься в аквапарке и тому подобное. И мы столкнулись с финансовым вопросом, друзья, да. В Хургаде мы именно из-за финансовой составляющей, как бы, этого вопроса. Смотрите, стоимость тура вышел нам в этот отель Mirage Bay 4 звезды, аквапарк, в Хургаде 28,5 тысяч. Если бы мы поехали в Шарм-эль-Шейх, то цена бы вопроса отдыха в Шарм-эль-Шейх примерно в альтернативном отеле на нашу семью вышла бы 1070-80. Вот такая вот ситуация, да. Потому что Шарм-эль-Шейх, во-первых, забит, во-вторых, как бы, ну, цены плюс-минус, если выбирать что-то подходящее, не самое дешевое, а вот что-то подходящее, то цены выходят все равно выше. Что еще? Почему такая ситуация? Ну, во-первых, поехала Россия.
Это существенно изменило ценовую политику отдыха в Египте. В Египте гораздо меньше отелей, чем в Турции. Россия поехала полным ходом. Отели в Шарм-эль-Шейхе забиты примерно на 150%. Дальше я расскажу, что такое 150%. В Хургаде они тоже забиты. Ну, не так, как в Шарм-эль-Шейхе, но тоже забиты. Что такое 150%? Смотрите, в отеле есть номерной фонд. Примерно он составляет 100%. Раньше было 80% допустимое заселение номерного фонда в отеле. Сейчас, по-моему, его разрешили отелям грузить туристам на все 100%. Так вот, значит, к примеру, заполняемость 100%, то есть отель полностью забит, номеров свободных нет, но туры бронируются, то есть операторы продают туры, турагентства продают туры, и вот условно говоря, 100% туристы попадут в отель, который они бронировали, а 50% условных, может 50, 40, 20, 30%, они не попадут в этот забронированный отель. Почему? Потому что им продали несуществующий тур, путевку или еще тому подобное. Как бы. То есть происходит овербукинг. При этом овербукинг бывает двух типов. Один — это реальный овербукинг, то есть отель начудил. Второй — это мошеннический овербукинг, то есть начудил туроператор либо турагент. Да, такое практикуется, и если вы обратитесь к недобросовестному турагенту, то есть вероятность вашего овербукинга возрастает во много раз. Так что, друзья, нужно правильно обращаться в правильные туристические компании, чтобы у вас не происходило овербукингов. Хотя, я же говорю, даже если обратиться к правильной туристической фирме, то есть может быть реальный овербукинг по отелю. Такое тоже может быть. Следующий момент, друзья, то есть не следующий момент, а давайте в завершение. Как бы, вот и разница. Мы приехали в Хургаду из-за того, что в Шарм-эль-Шейхе на нашу семью, два взрослых и два ребенка, 10 и 4 года, стоимость отдыха была просто, ну, нереальных денег. Ну, мы финансово, ну, не тянули. И это вот мы отдыхаем в эконом-варианте, в эконом, друзья, в эконом-кургаде. И это эконом бы в Шарм-эль-Шейхе вышел бы, представляете, ну, 1070-80 нам. Ну, это то, что я смотрел. Чтобы вы понимали, я профессионально занимаюсь организацией отдыха моих туристов и, в принципе, знаю, как бы днем и ночью всегда ситуацию на туристическом рынке. То есть я всегда понимаю, что я могу выбрать себе самое-самое-самое выгодное, то, что никакой турист никогда в жизни не забронирует. Хотя у меня есть туристы, которые бронировали, конечно, выгоднее, чем я. Ну, я просто поражаюсь, и как им так везло. Но эти туристы просто очень, ну, как бы мы с ними очень хороших отношениях, и, во-первых, они мне доверяют, они знают, что, как бы, если я сказал, у них есть 15 секунд на ответ, значит, это 15 секунд. То есть, и все, в эти 15 секунд они должны решить, принять решение и, можно сказать, еще и оплату провести. Ну, это такое отступление. Так вот, ребят, разница между Шарм-эль-Шейхом и Хургадой просто колоссальная на данный момент времени. Может быть, потом что-то изменится, но на данный момент времени, если вы выбираете что-то более-менее для отдыха, то в Хургаде гораздо выходит ниже цена, чем в Шарм-эль-Шейхе. Это вот не самое дешевое. То есть если взять самую дешевую цену, то да, Шарм-эль-Шейх выйдет, скорее всего, дешевле. Но если взять что-то более-менее, то там уже выходит дешевле Хургада. Если еще более-менее, то тогда выходит Марсалам. Вот. Ну, конечно, есть нюансы по отдыху в Шарм-эль-Шейхе, Хургаде и Марсаламе. Я их вам расскажу, покажу в отдельном видео. Так что не забывайте подписываться на канал, чтобы получать самую объективную и полезную информацию для вас. И, ребят, мы находимся в отеле, в котором есть подогреваемый бассейн. В Mirage Bay Аквапарк есть подогреваемый бассейн, но он, грубо говоря, один. Ну, разделенные на две части. Это бассейн с аквапарком. Это, конечно, круто, что зимой подогревается бассейн с аквапарком. Но все остальные бассейны, они не работают. Ну, вернее, подогрев не работает в бассейнах. То есть бассейны без подогрева. Вот если вы посмотрите, смотрите, вот людей возле этого бассейна нету. Кстати, вы не обращайте внимания на эти горки, три горки, которые вы сейчас видите. То есть я вам сказал, что в отеле Mirage Bay Аквапарк работает бассейн, подогрев работает в бассейне с аквапарком. Это другой бассейн, в котором есть три горки. Бассейн с аквапарком вы увидите в другом видео, друзья. И там я вам тоже покажу температуру водички, чтобы вам было все, конечно же, понятно, что такое водичка с подогревом, бассейн с подогревом.
Так вот, значит, я думаю, уже время прошло. Давайте посмотрим. 15 часов 30 минут. Да, время прошло. И смотрим на температуру водички. А температура водички, друзья, смотрите, в неподогреваемом бассейне 20 градусов. 20 градусов, ребят, это сейчас конец ноября. Зимой она еще будет прохладнее, где-то, наверное, градусов там до 18, я думаю, так вот, в неподогреваемых бассейнах. Конечно же, эта температура вообще некомфортная для того, чтобы плавать в бассейне, особенно зимой, даже если на территории отеля ветер не будет ощущаться. Поэтому, друзья, зимой нужно очень серьезно относиться к выбору отеля, чтобы в отеле был всегда бассейн с подогревом. Ребят, на этом все. Смотрите, что еще хочу сказать, что температуру водички в море тоже сегодня я мерил. Сегодня она составила 23 градуса на этом термометре, то есть на ртутном, и на электронном термометре составила она 24 градуса. Эта температура, в принципе, нормальная для зимнего сезона в Египте, так что ориентируйтесь, что это даже отличная температура для зимы. Хоть это будет Шарм-эль-Шейх, хоть это будет Хургада, хоть это будет Марсалам. Потому что частенько бывает температура и ниже в море. В бассейне, конечно же, без подогрева водичка будет, ну, очень освежающая. И вы тоже это должны понимать. А какая температура водички в бассейнах с подогревом, мы разберемся в другом моем видео. Так что обязательно подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе самой важной и полезной информации, если вы планируете куда-то поехать на отдых. До новых встреч, друзья. Пока-пока.